And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. Всем добро пожаловать на мой канал, с вами я, Мина Мотивейшн. Сегодня суббота, неделя учебы 6. Я вам свое утро показывала, как проходит мое утро и все такое. Я не буду рассказывать подробно, потому что в первом неделе уже я вам рассказывала, возвращаясь со школы. Потом уже пообедала, потом делаю свои, записываю свои дела, уроки. Крутой у меня тут получился разворот, сегодня суббота. Сегодня сделаю 2 урока, а завтра сделаю 4 урока. Потому что завтра воскресенье, есть время. Беру с собой вот такой вот баунти. Напишите в комментариях, какой ваш самый любимый шоколад. Повторяю идеи из Пинтереста. Я видела в Пинтересте, что люди рисовали в диске. И вот так вот с помощью скотча они очищали. Но почему-то у меня не получилось очистить вот этот вот белый из диска. У меня не получилось вот этот вот белый убрать с помощью скотча. Но я попытаюсь покрасить вот этот вот белый. Либо с гуашем, либо с краской, либо с масляными красками. Вот. Захотелось типа на розовый это, либо красный. Вот. Буду красить. Одним слоем покрывая, а потом еще одним слоем покрывать буду. Почти все, я оставляю на 30 минут, чтобы он остыл, и потом еще одним слоем будем покрывать и красить, вот. Еще оставляем, чтобы он остыл. Вот, наверное, уже он остыл. И теперь буду что-то писать. Я захотелось мне написать Амина Мотивейшн. У меня руки дрожат, потому что я впервые в этом диске крашу. Вот. Написала Амина Мотивейшн. И что-то, может быть, нарисую. Либо жабу, либо медведь. Наверное, жабы. Вот. У меня чуть-чуть не получается, потому что я впервые рисую в диске. Вот. 3 жабы нарисую. Вот так вот у меня получилось, и напишу 400 подписчиков. Надо было чуть-чуть поменьше писать, потому что он не вместилось. Вот так вот калявка-малявка получилась. Ну и ладно, впервые рисую. Вот такой вот результат. Хороший результат. Пробуйте, берите идеи. Вот результат. Теперь нужно делать уроки. Начинаем.
По физике у нас была контрольная, еще и другие уроки я сделаю завтра. Увидимся завтра, спасибо за просмотр. Сори, что получилось маленькое видео. Всем пока-пока!